Вітаємо вас в інформаційному центрі телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробенчук. Наразі говоримо про таке. 17 листопада – Міжнародний день недоношених дітей. Сьогодні про це говоримо з Олександром Пузієм, медичним директором Закушерської гінекологічної допомоги обласної дитячої лікарні. Вітаю вас, Олександр. Доброго дня. Денисом Волковим, медичним директором з неонатології та педіатричної допомоги обласної дитячої лікарні. Вітаю. Та Тетяною Плехановою, доценткою кафедри госпітальної педіатрії та неонатології Дніпровського медичного університету. Я вас вітаю. Олександре, почнемо з вас. Вам слово. Як багато народжується недоношених дітей, і що це взагалі таке, якщо пояснити от простими словами? Чому так виходить? Доброго дня, вітаю. Вітаю всіх з цим святом, Днем недоношеної дитини. Що можу сказати? Що пологи – це чудова подія, яка відбувається в сім'ї, але десь 9% від загальної кількості пологів закінчуються передчасно. Ті пологи, які відбулися в терміні з 22 до 37 тижня, являються передчасними. Що цьому передує? Це і спадковість, це і образ життя, це і навколишнє середовище, яке має дуже велике значення. І наша задача, як акушер-гінекологів, зробити все, щоб термін вагітності був як можна більшим. І дитинка народилась максимально близько до свого терміну, тобто до 40 тижнів. Ну, по крайній мірі, хоча б після 37 тижня. Як це зробити? Це на те фактори ризику. Просто мільйон доларів. Да. Фактори ризику, про які я говорив, ми повинні приймати до уваги. І так як це дуже дороговартісна сама процедура виходження недоношеної дитини, то це повинно вкладати дуже великі кошти. Як в спеціалістів, так і в обладнання і так далі. Тому що передчасні пологи насамперед являються основною причиною смертності серед новонароджених передчасно, але і потім вони можуть мати все життя проблеми зі здоров'ям. Це і органи слуху і зору, це і проблеми травлення, це і проблеми дихання і ряд ще багато інших причин. В нашому закладі, я тут взяв деякі цифри, при тому, що у 2020 році у нас було 3320 пологів, народилось 3370 діток з низькою масою тіла, це менше 1500 грамів, 99. Менше кілограму 53. Тобто всього у нас було 281 таких пологів, і ви ж розумієте, які це покладені сили для того, щоб ці дітки лишились живими і були максимально здоровими. Скажіть, наскільки велика смертність недоношених дітей? Думаю, що перцентажний згорний, що він більш володіє цим. Денис, яка смертність недоношених дітей? Ми з кожним годом в нашому центрі показателі виживаємості ростуть. І от, скажімо, саме свіжі, це за 9 місяців цього року. В групі дітей до 1,5 кілограма, це саме уязвима категорія дітей, у нас виживаємість 89%. 89% таких дітей нам вдалося виходити і виписати домой. Ну що від того? Да, взагалі інтенсивна терапія і вихаживання недоношених дітей, ну, грубо говоря, розділити можна на дві частини. Є така критична цифра 34 тижні. До 34 недель у ребенка еще не успевают созреть легкие, и сразу после рождения он еще не готов самостоятельно обеспечивать себя дыханием, кислородом. Поэтому они с первых секунд жизни нуждаются в дыхательной поддержке. И вот задача, как бы, команды
которая занимается, да, помощью новорожденным детям, иметь, это очень высокотехнологическое, очень квалифицированный, грамотный персонал должен быть, обеспеченный и медикаментами, и расходными материалами, и средствами ухода, ну, по полной. Сразу после рождения такие детки должны, все усилия направлены быть на поддержание температуры, на дыхательную поддержку, это с первых секунд уже жизни. Затем, после перевода в отделение интенсивной терапии, с первых часов жизни они начинают получать внутривенное питание, потому что никаких запасов питательных веществ еще этот ребенок не имеет. И затем в течение очень долгого времени, пока наша задача приблизить вот окружающую среду и уход к тому, что было внутриутробно. Це майже неможливо, чи все ж точно можна замінити? На сейчас вот были сообщения о создании в Соединенных Штатах Америки искусственной плаценты. Вот пока это еще эксперименты на животных, но я думаю, что это недалекое будущее, когда благодаря технической возможности результаты выхаживания недоношенных детей значительно могут улучшиться, если даже можно будет протезировать функцию плаценты после рождения. Але на даний час краще материнського організму нічого немає. Це точно, однозначно, з вами погоджуюся. А однак, ще в мене виникає питання. Так, Олександре, ви казали, що народжуються діти недоношені часто, ну, іноді з вадами вже, так, наприклад. Бувають випадки, що їх лишають, і вони вже покинуті недоношені. Ну, зараз можу сказати, дякуючи Господу Богу, мабуть, і тій роботі, яка проводиться у нас, покинутих діточок одиниці, практично їх немає. Я навіть зараз не можу сказати. 2-3 на рік, от самий свіжий случай, через 3 дні. Ну, то есть женщина поступала на роди з мислями об отказі. Прошло 3 дня, вот в субботу ребенок этот родился, даже 4 дня, и материнский инстинкт все-таки взял свое, да, и она не оформляет. Мы же повинні розуміти, що це потребує дуже великої психологічної підтримки для самої сім'ї. І такі рішення, вони не приймаються за одну хвилину. Ми робимо такі умови, щоб жінка мала вибір, вона повинна подумати, з нею працює психолог, з нею працюємо ми. І ви ж розумієте, що коли вона приходить і в кювезику потримає ручку цього маляти, то, ну, я не думаю, що в когось серце скаже, що треба його лишити. Власне, Тетяна, величезний обов'язок та виклик на себе беруть лікарі, коли от треба виходити цю дитину. Це, я так розумію, місяць-два, а то й може обычно, бути. Да, пока не исполнится 37 недель всего беременности и после родов. Ну, я хочу сказать, что в 2007 году Украина сделала очень смелый шаг. Мы стали регистрировать детей, которые рождались с массой тела 500 грамм, от 500 до 1000 грамм. Я вам честно скажу, что мы не сразу поверили в свой успех и в эти возможности. И цифры, которые были в самом начале, это выхоженных 2-3 ребенка из 10. Но вот сейчас как раз Денис сказал, что мы можем выхаживать 90% таких детей. Поэтому здесь можно сказать, что была проделана колоссальная работа. Часть уже говорил Денис, но я еще хочу сказать, что самая большая организационная задача, которая стояла перед нашим здравоохранением, это регионализация перинатальной помощи. И она была осуществлена
и в Украине, и в Днепропетровской области у нас был создан прекрасный перинатальный центр, который сконцентрировал на себе именно проблемы преждевременных родов. Ну, всем известно, и это известно во всем мире, и мы это тоже уже давным-давно доказали, что лучше, если ребенок будет там получать помощь, где он родится. И вот, собственно говоря, концентрация всех усилий и оборудования, и техники, и условий, и персонала, который обучен работать с этими детьми, я думаю, именно это привело к тем результатам, которые мы имеем на сегодняшний день. Я еще хочу сказать, что, конечно, наши доктора и золотые руки медсестер работают по совершенно современным международным стандартам. Мы знаем, как оказать реанимационную помощь в родильном зале глубоко недоношенному ребенку, и у нас для этого есть условия. Мы знаем, как оказать ему респираторную поддержку, вот об этом уже говорили, и мы уже давно используем искусственные легкие, сурфактант. Мы знаем, как парентерально накормить этого ребенка. То есть я хочу сказать, что на сегодняшний день к этим детям применяются самые современные международные технологии выхаживания. Кроме того, наша, ну, скажем так, наука отечественная не стоит на месте. Ассоциация неонатологов Украины создает ежегодно клинические протоколы. Это клинические протоколы, которые позволяют обеспечить уход, обеспечить лечение, адекватное лечение и, по сути дела, профилактировать те, очевидно, хронические болезни, которые могут возникнуть у этих преждевременно родившихся детей. Поэтому я здесь хочу сказать вот этой команде, которая работает с этими детьми, огромный поклон, потому что именно ими, их знаниями, их руками, их умением мы научились выхаживать этих детей и добились, я считаю, очень хороших результатов по выхаживанию. Какие цели перед собой ставят лекари надалі? Ну, я думаю, что у нас сейчас есть большая стратегическая задача не только сохранить жизнь этим детям, а качество жизни. И вот мы уже говорили, качество жизни и ребенку, качество жизни и семье. И основная задача по созданию качества жизни – это дальнейшее наблюдение и восстановительное лечение. Мы ведь знаем, что у этих детей очень часто развиваются хронические состояния. Ну, в частности, задержка развития такого ребенка, хронические заболевания со стороны легочной системы, ретинопатии недоношенных. Я не буду перечислять всю спектр есть патологии, но я хочу сказать, что с этими детьми, безусловно, должна работать междисциплинарная команда. Здесь задействованы акушер-гинекологи, врачи интенсивной терапии, врачи-неонатологи, офтальмологи, неврологи. Нам очень важно, чтобы сейчас эти дети попали в руки очень квалифицированных педиатров, которые понимают суть этой проблемы. Поэтому стратегической задачей, мы понимаем, нам нужно создать кабинеты или отделения катамнестического наблюдения. Сейчас у нас будут открываться. Да, восстановительного лечения. Это очень важно. То есть с этим ребенком не работаем мы до 37 недель гестации. С ним мы работаем достаточно много лет, но результаты прекрасные. Я вот преподая на кафедре, иногда приходят врачи и говорят, вот мы типа не совсем верим в успех. И тогда я приглашаю наших пациентов, наших выпускников. И когда они приходят, читают стихи, поют песни, танцуют, вы знаете, ни одно сердце не останется равнодушным. Поэтому, безусловно, мы пропагандируем подход, комплексный подход к ведению этих детей. И хотим, чтобы все специалисты, которые работают, умели и понимали, как работать с этими пацієнтами, нашими любимими торопишками. Олександре, про кабінет, який буде відкриватися, розкажіть. Це цікаво. Это будет кабинет катанеза, где будут собраны все лучшие специалисты, потому что вот нет такого, что мы вот их выписали и забыли. Независимо от того, у нас же очень много деток, которые с области. Они потом приезжают. По большому счету, это в хорошем смысле слова, это диспансерная группа, то, что было раньше.
И, соответственно, программам, которые есть, это будет до обследования и окулиста, и офтальмолога, и многих специалистов, для того, чтобы мы дали обществу и семье максимально здорового ребенка. Можно я еще буквально дополню? Речь идет о раннем выявлении, да, вмешательстве, да. Ну, так, в хорошем смысле слова, и коррекции тех изменений, которые есть. И очень хорошо, что этот кабинет, это отделение будет создано при перинатальном центре областной детской больницы, потому что врачи, которые работали с этими детьми, хорошо знают эту историю. Хорошо, то есть они попадут в руки врачей, где будет хорошая преемственность. Хорошая преемственность. Поэтому, безусловно, это даст хороший толчок к профилактике заболеваний и инвалидности у этих детей. Ну, и вы же понимаете, что выходить таких детей без помощи государство, которое нам оказывает, да, практически невозможно. Да. То есть, я хотела сказать, какое финансирование, да, чи не вистачає его на разе, аби виходити? Значит, чтобы сравнить, в Соединенных Штатах Америки есть такой термин «one million baby». Это дети, да, до 1,5 килограмм, на их выхаживание, сопровождение, реабилитацию до года тратится $1 млн на одного ребенка. Значит, конечно, не валовый продукт Украины, да, не там, экономика такое позволить не может, но значит, сейчас вот, пакет медицинских гарантий от Национальной службы здоровья, пакет называется «Реабилитация детей до 3 лет». Это достаточно большая сумма, 17 тысяч на ребенка. Ну, вот они могут обращаться каждый месяц туда, и больница будет от национальной службы получать вот такие деньги. В принципе, цього вистачає? Ну, більш-менш. В принципе, конечно, нет. Это огромная тяжесть для семьи. И, к сожалению, вот такие, когда семьи сталкиваются с такими проблемами, не все выдерживают груз этой проблемы. Папы не все выдерживают, и, к сожалению, такие семьи иногда распадаются, и тогда маме еще тяжелее становится. И вот, да, вот такие праздники, это все-таки показать общественности, насколько они нуждаются в помощи семьи, имеющие преждевременно родившегося ребенка. А сколько на разе от недоношених дітей в обласній дитячій лікарні? Ну, у вас на... Зараз на лікуванні? Ну, так, на терапії наразі у вас зараз скільки? Так, значить, в нашому перинатальному центрі, в 7-коечному відділенні реанімації 9 дітей, в обласній дитячій 8-коечному інтенсивному блоці теж 9 дітей. Плюс у нас и в областной детской у нас есть отделение постинтенсивного выхаживания, это где детки уже не нуждающиеся в дыхательной поддержке, они там на совместном пребывании с мамой добирают положенный вес как минимум до 2 килограмм, потому что раньше 2 килограмм мы не выписываем. И тоже это полностью заполненные койки, а то и свыше. На 10 койках 15, 15 детей лежит. Тобто 18 плюс 15, більше 30. Правильно розумію? І там, угу, і в обласній дитячій ще теж постінтенсив, це 25. Я, безусловно, кількість в області і в місті коек іменно інтенсивної терапії новорождених, їх недостатньо, несмотря на постійне зниження рождаємості, ці койки завжди заповнені і їх мало не буде. От прошлым літом, прошлым летом была ситуация, что одновременно 25 родившихся глубоко недоношенных детей в нашем центре находились по разным отделениям реанимации города. Ну, потому что их нужно было где-то выхаживать, мы были переполнены, мы просили городские больницы помочь нам. Скажите, пожалуйста, вот еще возникает такое питание. І не вистачає фінансування, не вистачає все ж койок. Чи вистачає персоналу? Отут одне з найголовніших, так,
персоналу, це медики. Вы понимаете, что сейчас же вообще у нас получился такой немножечко перекос. У нас с неонатологами и с педиатрами большая проблема, потому что их не выпускают, так как были раньше факультеты. Татьяна Николаевна больше об этом скажет. Я как раз хочу сказать о том, что вот со следующего года, 22-го года, закрыта такая специальность, как неонатология. Это серьезная проблема. Угу. То есть мы должны будем готовить неонатологов после того, как они обучатся педиатрии в течение 3 лет. А после этого, может быть, кто-то захочет прийти в неонатологию, и ему еще нужно будет пройти 2 года обучения. Поэтому, конечно, я думаю, будет что на криза. Сегодня... Будет крыза. Она уже есть. Она уже есть сейчас. Но это будет очень серьезная ситуация. Тем более сейчас вышел буквально вот вчера, мы его обсуждали, новый приказ по последипломному повышению квалификации. Это очень серьезно, что сейчас врач не может получить специальность, допустим, неонатология, будучи педиатром или интенсивной терапией. Он должен пройти семейного врача, да? Да. И потом стать неонатологом. Это очень удлиняет путь, это больше 10 лет путь. Обучения. Да. И, по сути дела, конечно, мы тут наши кадры, мы ими дорожим, потому что это очень высокопрофессиональные, высокоморальные и люди, которые самоотверженно работающие люди. Но у каждого есть свой резерв. Поэтому, конечно, мы должны предусмотреть вот эту кадровый кризис, который может быть в результате отсутствие этой специальности. Неонатологи стране нужны. Дякую. И остальное питание. Еще да. Больший дефицит у нас, к сожалению, среднего медицинского персонала. Да, это... Медсестер, да, сейчас не хватает, наверное, в любой сфере медицины, mm-hmm. но mm-hmm. а в интенсиве, там, где ну, вот по последним нормам 2-3 ребенка должно быть на сестру, иногда приходится и по 4, и по 5 вести. Это огромная тяжесть, огромная да. ответственность, и люди не выдерживают, переходят на более легкий труд, ну, находят себе. Да. Да. У мене останнє таке буквально питання. На жаль, ефірний час у нас закінчується. Якщо можна коротко, вагітна жінка, яка перехворіла або хворіє коронавірусом, чи це стає передумовою того, що вона може передчасно стає. Народити? Стає. Можете про це буквально коротко розповісти? Це і стає і передумовою передчасного народження, це і є проблема вчасно народжених. Через те, що ну, ще немає в нас такого багато напрацьованого матеріалу, але ми над цим працюємо, це все збираємо. Через те, що це є і проблема з дихальною системою у новонароджених, доношених, я вже про недоношених взагалі не говорю, і ряд других проблем. Тому коронавірус він ще не вивчений достатньо. Да, мультисимптомне да. пораження, системне да. пораження плода і новорожденого від жінки, яка перенесла коронавірус. Да, вакцинація – це… Прививайтесь. Все ж, нехай люди бережуть своє здоров'я, а особливо вагітні, бо там два життя. Да. Дякуємо, що сьогодні нас завітали. На жаль, ефірний час у нас закінчився. Нагадую, що в наших гостях був Олександр Пузій, медичний директор Закушерської гінекологічної допомоги обласної дитячої лікарні, Денис Волков, медичний директор з неонатологічної та педіатричної допомоги дитячої обласної лікарні, та Тетяна Плеханова, доцентка кафедри госпітальної педіатрії та неонатології Дніпровського медичного університету. З вами була Анна Гробанчук. Побачимося незабаром.